Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня будем готовить запеченную курицу с картофелем и грибами. Рецепт очень простой, а курица получается восхитительная, сочная, румяная и очень аппетитная. Смотрите видео и готовьте вместе со мной. Для нашего блюда нам понадобятся такие продукты. Целая курица весом 2 килограмма, 3 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу и 50 грамм сливочного мягкого масла. На гарнир у нас будет картофель 1 килограмм, 300 грамм шампиньонов, соль, перец по вкусу и 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Также можно использовать приправу к картофелю. Сначала мы займемся курицей. Значит, я ее хорошо вымыла. Теперь мне нужно ее хорошо просушить бумажными полотенцами внутри и снаружи. Вот просто так берем со всех сторон. Особенно внутри вымакиваем воду. Теперь следующее. Берем часть сливочного масла. В ней добавляем, наверное, к этой части поменьше. Добавляем немножко чеснока. Его мы выдавливаем через чеснодавку. Этой смесью мы будем наполнять пряной нашу курицу под кожицей. Если мы этот чеснок, который я пропустила через пресс, мы его сверху намажем курицу, то чеснок у нас будет гореть. И курица будет некрасивой. Поэтому делаем отдельно заправку, которую будем под кожицу курицы вводить. Соль, перец, масло и чеснок. Такая заправочка. Дальше сливочное масло, которое мягкое осталось, мы будем сверху покрывать им курицу. И зубок чеснока, который вот я сейчас режу, мы будем им шпиговать курицу. Будем выкладывать чеснок вовнутрь обязательно. И вот сзади в курочку, со спины. Верхушку курицы не будем трогать. Я хочу, чтобы она была красивая, глянцевая, блестящая. А вот с задней части, с задней стороны можно нашпиговать. Видно, ничего не будет. Красоту нам не испортит. Курица у нас большая, поэтому запекаться будет дольше, чем обычно, чтобы хорошо пропеклась. Сюда вовнутрь еще положим, птишея. Так, ну а вот теперь переходим к основной части. Натираем курицу специями. В данном видео я хочу просто сделать курицу без всяких приправ там, лишних, просто соль и перец. Это всегда вкусно. Соль, перец и чеснок. Переворачиваем на эту сторону. Обязательно солим внутри. Снаружи. Потом пособираем здесь все. Хорошо втираем. А теперь берем нашу пряную смесь и смотрите, что мы делаем. Руками я вот под кожицу пальчиками ввожу. Вот здесь у нас смесь с чесноком. И вот хорошо расправляем. Пальцем я проникаю под кожицу
и заполняю наши пряной смесью. Теперь вот сверху, вот здесь, я тоже проникаю под кожицу. И также здесь натираю. Натираем все. И в другую сторону также. Это совсем не сложно, все просто. Теперь верх курочки смазываем сливочным маслом. То, которое у нас без специй. Сливочное масло придаст нашей курочке золотистый цвет. Все мы хотим видеть на праздничном столе красивую, румяную, сочную и аппетитную курочку. Вот сегодня мы такую и приготовим. Также берем нить, можно кулинарную, но у меня кулинарной нету. Связываем вместе ноги нашей курочки. Теперь курочку перекладываем в форму, в которой мы будем запекать ее. У меня такой противень, идеально подходит для этой курочки, она поместилась хорошо. На гарнир я буду подавать картошку с грибами. Но так как время приготовления картошки и грибов разное, поэтому сначала мы подготовим картошку. Картофель режем на 4 части. Теперь к картофелю мы добавляем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла и солим перчим по вкусу или добавляем любимую приправу. Я добавляю приправу в картофель. Мне здесь уже все специи и соль, все есть. Теперь хорошо перемешиваем. Берем нашу курочку и вокруг нее выкладываем картофель. Это гарнир наш. Можно немножко вовнутрь положить картофеля. Теперь отправляем нашу курочку в разогретую духовку на 200 градусов на средний уровень. Пришла очередь и к грибочкам. Разрезаем их на 4 части. Грибы я всегда использую шампиньоны для этого блюда. Мне кажется, они больше всего подходят. Грибочки обязательно нужно посолить. Перемешали. Прошло 45 минут. Мы достали нашу курочку. Теперь к картофелю мы вот выкладываем грибочки. Также можно грибочки вот в курочку немножко засунуть. И вот здесь, где есть место, мы выкладываем грибочки. Поверьте, когда вы приготовите такую курочку у себя дома, ваши родные будут очень вам благодарны. Это очень вкусно, сытно. Я думаю, у каждой хозяйки есть свой рецепт, как вкусно приготовить курочку. А я с вами поделюсь своим рецептом. Теперь снова мы отправляем курицу в духовку на 200 градусов. Вот мы и достали нашу курочку с духовки. Через полчаса, значит, выпекалась наша курица первый раз при температуре 200 градусов 45 минут, второй раз при температуре 200 градусов, когда мы добавили шампиньоны, 35 минут.
Рецепт курицы очень простой и довольно-таки традиционный, но вполне способный стать центром новогоднего стола. Я думаю, вам понравился этот рецепт. Осталось мне только снять ниточку, дать курице постоять 10 минут и подавать в красивом блюде на стол. Надеюсь, вам понравился рецепт, и вы тоже приготовите дома такую вкусную, сочную, ароматную курицу с гарниром с картофеля и грибами. Теперь разрезаем курочку. Спустя 10 минут она постояла. Смотрите, сочная, приготовленная, хрустящая корочка. Смотрите, мясо потрясающее, в нем есть сок. Курица получилась очень вкусная, сочная, нежная. Радуйте своих родных только домашними и вкусными блюдами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». Приятного вам аппетита! До новых встреч! Пока-пока!